Да убери свою лямку грязную. Не ходи в лямку. Привет всем, с вами снова команда Patriots. На тренировочке я вернулся. Вот, и сегодня мы будем тренировать подтягивания, потому что после дождя отжиматься невкусно. Начинаем. Невкусно? Начинаем, как обычно, 10 подтягиваний, 20 подтягиваний, 30 подтягиваний, потом 20 подтягиваний, 10 подтягиваний. То есть такая вот лесенка вверх и вниз. Если вы не можете сделать за подход нужное количество, то делайте сколько можете, спрыгивайте, снова запрыгивайте на турник и доделывайте. И вот такая вот чистая разминка. Ну да рассказывай, тебя слушают. Да-да-да, в общем. А потом, короче, будем делать другое упражнение. Ну, о нем расскажем потом, да? Ну, никакое. Ну, никакое, второе. Саня, ты можешь больше потом снимать разговорчиков? Не, не сейчас, потом. Ну, у тебя же больше времени, ты отдыхаешь между подходами. Да? С полного веса сейчас потянулся и на левый, и на правый. Да, ладно, я запишал, запишал. Я запишал, ребята! Ребята, я запишал! Че сидишь? Отдыхаю. От чего? От подхода. Устал? Нет. А че сидишь? Ту. Кого? Остановится. Линкин... Это Линкин Парк? Да. Линкин Парк, да, слушаешь? Линкин Парк. Линкин Парк? Линкин Парк. Сидишь и слушаешь? Слушаю Линкин Парк, сижу и слушаю? Да. Да, сижу и слушаю Линкин Парк. Давай подход. Или что вообще делать, я не знаю. У меня просто как бы тренировка. Гипер, разминку, разминочная гипер, разминка. У нас так натренировать, что у нас разминка как целая тренировка, и только после этого у нас тренировка. А. То есть я один, да, лох, то есть так не делаю. Блин. А тут понимаешь, вот ты сразу затягиваешь, а получается так. Разминка, она как тренировка, только разминка. Разогревает. Отлично. Вы настолько сильные, что уже разогреваетесь тренировкой. Это как. Это. Как Сити Флетчер говорил. Ваш максимум. Это моя разминка, вроде что такое. А! Моя разминка для вас перетрен. Вот. Что-то в таком духе. Ну ладно, я не помню. Это мы вырежем. Тоха, ты это вырежешь. Я не помню эту фразу. Сегодня не можешь, завтра не можешь, послезавтра не можешь, а можешь потом. Ничего не тренер, через месяц можешь. Ну, через месяц, да. Ты же главное пробуй, как бы ты никогда не научишься потянешь, ты не будешь их пробовать. Чисто контроль, да? Вот поэтому мы и пытаемся сделать 30 с минимальным отдыхом, чтобы научиться их делать стабильно. Не, лучше не пытаться вдумать. Видишь, что вот делаю все время с толчком, у тебя плечи вообще не... О, скучно, скучно. Разогреваемся? Делал бы сразу, не было такого. Вот, потом еще отжимашки будут, по-моему. Да. Ну, вот. Сегодня не тяжело, ему просто лицо дождь бьет, да? Это ты так смотришь. Как азиатик. Как азиатик, маленький азиатик. Наоборот, он способствует чистым подтягиванием. Лицо вверх не тянуть, а наоборот. Мокрый азиатик. Вообще дико неприятно. А еще теперь стало труднее подтягивать. Потому что рука скользит. Собственно, пошел дождь, но он нам не мешает. Второе упражнение. Комбинирование динамики и статики. Делайте одно подтягивание, опускайте вниз до 90 градусов и зависайте на 5 секунд. Это один подход. В следующем подходе вы тоже делаете одно подтягивание. Опускаетесь, 5 секунд. Опустились донизу. Второе подтягивание. Снова до 90 градусов. И на 5 секунд зависли. И вот это уже два подтягивания в сумме. Итак, вы идете вверх до 10. И потом вниз, обратно до одного. Это второе упражнение. Что, прикинь, мы тренируем, а чувак с такой камерой. Он бы не смог с ней ходить особо, понимаешь? Она же тяжелая наверняка, охренеть. Нет, какая. Она не очень большая. Ну, производство съемок, помнишь? Чебей на 15 секунд, знаешь, такой инстаграм стайл? Просто больше памяти в то время не было. Я так один раз залез, там два раза залез, потом три раза. Ты ходи и снимай, там ходи и снимай. Там не было памяти, чувак.
Говорили бы. Такой хрень такая. Саня, дубль один. Давайте еще раз. Вот почему тогда не снимали экшена. Можешь повторить? Потом сейчас поделаем это и будем тоже на одно учиться. Вообще. А ты сколько проходишь? Вот лет, я имею в виду, потягивать, не скажу. У меня даже сил нет потянуться уже, ё-моё. Ну сделал шаг на одной, потянулся. Нет, силу подтягивать. Давай переходи второй вариант. Вот ты вот не добиваешь подхода, ты не можешь сделать подход, все, пошел отдыхать. Не могу. Вот как ты делаешь? То есть первая. Все, идешь отдыхать перед сном. Вторая, там, на другой зашел, на одной руке. Ну и что ты мне рассказываешь, нет сил подтянуться. Ладно, второй раз я могу. А тебе не надо второй раз, ты сейчас отдыхать должен перед следующим подходом. Давай. Даже засниму даже его. Давай, давай, все, поехали. Его все равно не врежет, не вставит. Ладно, отмазка прокати. Хоть что-нибудь. Следующее упражнение, нет? Я не знаю. Какое следующее упражнение? Ты хоть говоришь какие-то упражнения, потом делаешь? Ну, когда кто-нибудь дойдет, да потом скажу. Кто-нибудь дошел, да потом? Мне скучно. Ему скучно. Не скучно, моему скучно. Ему он не скучно, моему скучно. Скучно мне скучно. Потягивай на одной, Колян. Да. Давай еще немного. Почти, давай на левую. Да убери свою лямку грязную. Не ходи в лямку. Я сейчас знаю, что поставим начало. Начало, да. 7 человек с одной командой. Ну, первый, ну, становится. Короче, вот второй человек. Второй человек вот за мной так стоит. Я ему голову страхую, он за мной. 7 человек вот так вот стоит. Из другой команды человек. Кто самое длинное прыгает, ну, кто самое далеко. А, приземляется. Да. Кто самое далеко прыгает. Знаю, они, когда все погружаются, они должны пройти какое-то расстояние. Если не прошли, победили, не прошли заново. Должны все усесться, никто не упасть, а та команда должна устоять и потом пройти. Я не знал, что она слон называется. Слоники. Ну, я тоже не знал. Игру я знал. Эту игру называл в детстве глупой, потому что ты вот так встаешься. Знаешь, как это играли? Блин, как же это так потеряется? У меня прям закручивать начинает, реально. Ты тренируешь мышцы стабилизатора? Да. Первое, второе, третье. Третье упражнение на спину и на руки. Это подтягивание биста. Вы делаете два подтягивания нейтральным хватом, опускаете на 90 градусов, перехватываете на соседнюю перекладину на рукоходе, получается крестный хват, им два раза, снова в нейтральный, и так, пока вы не пройдете рукоход слева направо. То есть вот отсюда до сюда. И так 10 подходов. Погнали. Четвертое упражнение, подводящее для переднего виса. Вы висите в группировке, максимально раскрывшись, насколько вы умеете. И вы делаете подход на максимум до тех пор, пока в сумме не наберете 5 минут в висе. Вот так вот. Отличное упражнение. В общем, вот такая вот у нас получилась тренировочка. Она заняла до хрена времени. У нас осталось совсем чуть-чуть. Уже очень было темно. А, что можно сказать? Давно мы не делали таких трений на спину. Очень хорошие, хотя и долгие. Саня свалил в середине. Когда это видео выйдет в эфир, уже откроется регистрация на осеннюю 100-дневку, поэтому записывайтесь. И 23 сентября она стартует, и у нас после этого продолжатся сборы. А, да, это было последнее видео во втором сезоне, кстати. Между прочим. Да, между прочим, это последнее видео второго сезона. Больше видео от нас не ждите до, соответственно, старта следующей 100-дневки и появления кучи новых людей. Но все равно приходите в нескучный сад, по выходным мы будем тренироваться, расписание на сайте. Ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте вопросы, делитесь видео с друзьями. И занимайтесь воркаутом, будьте клевыми. Все, пока, до следующих встреч.